Нарушения свобод нет никаких. Должен быть жесткий контроль, отслеживание и блокировка. Если мы возьмем такую страну, как Китай, они правильно поступили, закрыв доступ к социальным сетям. Но в то же время, подчеркиваю, в то же время, технически это очень сложно. Контроль необходим. Необходима контрпропаганда, необходим жесткий контроль, а заблокировать сегодня невозможно технически. Всегда где-то что-то, кто-то куда-то пробивается. Вон хакеры взяли в Америке и вскрыли все самые секретные сайты Белого, какой там у них белый, желтый дом. И все, и никаких проблем.